Не, ну правильно, закрывают. А то волной палатки сносит. На, вот они, подмена, я попрыгну. Я уже развалюсь полностью. Давай. А свитер замокнет. Конечно, я тоже. Да, не Тогда я стану, папка.
Так, разгрузила здесь техника военная. Это натовская, или американская, или, может быть, даже другой страны. Но она нам здесь не нужна. Не нужна просто. Как вам сказать? Вот как вам в огород придет ваш сосед и скажет, я хочу у вас сделать здесь какую-нибудь свалку. Вы, любой гражданин скажет, не нужно на моей территории делать свалки. Когда я здесь отдыхаю, я здесь живу. Также я здесь живу, я здесь отдыхаю. Многие друзья, люди приезжают сюда отдыхать. Они не приезжают сюда для того, чтобы послушать, посмотреть эти учения. Зачем они здесь? Вот из-за этого люди здесь и стоят. Вот. Так же я здесь стою. А коммунисты против НАТО! Украина против НАТО! Коммунисты против НАТО! Коммунисты против НАТО! Я уже развалюсь полностью. Давай. А свитер замок есть? Да, 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 да
дверей. Пропускают? Не, ну правильно, закрывают. Одну волной палатки сносит. Ну, а когда не так, не, на его. Коммунисты против нас!